вообще удача была бы. Ну там, в принципе, за тамбов особо много-то и не платят. Может, какая-нибудь там десяточка добавится. Ну тогда пока все без изменений. Себе. В Оренбург-то билеты подороже будут стоить. Нет? Да. 5000 рублей. Офигеть. Потому что нету этого победы. Да? По Аэрофлот 5 часов. Прям плацкарт, конечно, вот хорошо, да. Плацкарт стоит, но едет один день 5 часов. Сколько стоит? Ну, трешка. 2897. Но это можно, знаешь, как можно же попробовать еще в четверг уехать. Алло. Да, здравствуйте. Нет, от Октавии нету. Угу, да, всего доброго. Так, отправление в... А в смысле? Знаешь что, давай-ка попробуем другую дату. Не 31, допустим, а 30 есть. Найти же до билета. Приехать 30, да? В четверг. Машину бросить во дворе. То же самое есть. Билеты. Сидячий. 2129 рублей. Один день, один час сидеть. Готов? Сутки, сутки сидеть на жопе ровно. Ой, жесть. Так, ладно, короче, есть. Но вот что плохо, билеты такие, что прибытие вечером. Вот, 18:25. Короче, есть, знаешь, какая маза? Если он сейчас быстро не ответит, если ехать не одному, а вдвоем в Оренбург,
Uh-huh. Если одному, то можно на самолете. Если вдвоем, то это поезд. Приехать в четверг в Москву, бросить машину. Прям сразу же ехать на вокзал. И на поезд чуть-чуть. Да, на вокзал, на поезд и погнал в Оренбург. На следующий день ты вышел в Оренбурге, получил машину. Ну, чуть-чуть, может быть, проехал. Километров 200. Отдохнул. Ни свет, ни заря проснулся и попил. Это так, в пятницу забрал, чуть-чуть проехал. Ну, чуть-чуть проехал. Есть вариант в субботу к вечеру вернуться домой. Как тебе такие путешествия? Ну, сейчас я не сейчас скажу, покажите. Но он понимает, что он на этой машине, да? Ну, нет, я написал так, чтобы было непонятно, да? Потому что, я думаю, он будет против этого, да? Ну, да. Я думаю, что он сейчас подождет. Завтра у нас четверг, и он завтра только даст ответ. А можно сейчас кто-нибудь из конкурентов предложит меньше стоимость? Отдаст. Много там у меня таких людей? Не знаю. Может, не рассказывают мне этого. Это же корпоративная тайна. Слушай, ну вот по поводу таких приключений я за. Едешь, раз по дороге. Надо тут 1300 километров в другую сторону съездить. Мы за это заплатим. Поедете? Да, поедем, конечно. Ну, правда, ни шмоток с собой, ничего нету. Регистратор закончится. Нужно будет покупать этот. Что? Да, карты эти. Я даже не знаю, сколько их покупать надо будет. Голову вот так, если сбить, тогда пиздец. Опасненько там стоят. Да. Надо, может, сюда, в салон залететь. Конечно, залетит. На скорости 100. Интересно, можно передвигаться по стране на самолете без
Родившись в самолете. Да? Угу. Кто рождается в самолете, тому дают бесплатный перелет пожизненный. Да. Перевозчики и начнут этим заниматься и зарабатывать еще больше.
есть на вторник, 4 августа. Nordwind. За 3700. Другая компания. Короче, в данной ситуации либо... собираются болгаркой резать этот бочку. Нет, там этот. Ну, в которой газ хранят. Такой. Не, ну может уже 100 лет выветренная. У нас тут есть, наверное. Вода его заливает. Ну или мы сейчас увидим что-нибудь. Назвать как-нибудь отель там получше, чем Натали. Натали, у Володи, я не знаю, там, у Оксаны. У дяди Саши. Да, вот это вот, что за название как вообще? Как кафе у дяди Саши. Неужели нельзя что-нибудь про это? Немножко головой подумать.
карта, жена подарила. Она все, знаешь, закрыта таким этим. Вот когда в лотерею играешь, стираешь защитный слой. Вот она вся таким защитным слоем покрыта. И типа, когда где-то побывал, стираешь эту область. Давненько я не стирал, я сейчас походу это приеду, там сотру и Нальчик, и Пятигорск, и Астрахань, Оренбург, дай бог. Сейчас глядишь, едут в сторону Волгограда, в сторону Москвы, хренак в Оренбург свернул,
трассе. Да, надо, кстати, будет съездить на север Москвы. Не знаю, что там сдулся, что ли, заглючил как-то. Знаешь, один раз какая ситуация была? Папа отвозил машину.
Смоленск. По-моему, это вот тот, та поездка была, когда папа вез машину, по-моему, из Екатеринбурга во Владивосток или в Хабаровск. А там потом сел на поезд до Москвы. В Иркутске сошел, взял машину и повез в Смоленск. По-моему, вот такой вот перекур. Я ему по дороге звоню, там, ну, связь плохая, переписывались. Спрашиваю, ты Иркутск не проехал? Он, нет, скоро будет. Я говорю, сойти сможешь там это, получить машину и перевезти? Да, смогу. Водителей набрать и отправлять, если бы их было с лихвой заказывать. Раньше их было много, у меня раньше водителей было, не знаю, ну человек 7-8, наверное, которые регулярно катались. Вот так вот по всей стране, там, блин, там такие зигзаги писали.
Рэмбо. Ты видел? Гаишник в очках. Это же не это, не по уставу одежда. У меня вообще не форма одежды. Thank you.
открывает, закрывает масляный канал на парус, на цепь ПНМ. С аккумулятором это никак не связано. Почему? На электрический. Клапан электро. Но только этим он связан. Да. Все. Так, через 700 метров направо. Следом мимо дома сестры. Мы едем в ленту. Блин, вот прикинь. Он сейчас возьмет и подтвердит, да, Оренбург. Вот что реально делать? Ехать покупать ноутбук? Маша, одну запись. Не вариант, заебать. Там далеко не одну. Ну, ты имеешь в виду этот, вообще не выкладывать поездку? Да. Ну, блин. Такой не было еще просто. Прям вот 100% в нашей практике истории. Видели люди, ни я, ни маршрут, ничего. А ноут все равно нужен был. Сколько? 2,60?